Туральск. И вот бронзовая девушка. Джулия. У них там чемоданчик или кейс. И видно, что вот. Она вот бронзовая. И видно, что нос у нее блестит и губы. Ну, наверное, трогают. Да, вот губы и нос. И вот получается. Руки у нее тоже вот блестят. Значит, по рукам тоже трогают. Вот бронзовые фигуры, они вот превращаются вот в некие объект ритуала. Вот у нее правая туфелька тоже блестит. Наверное, тоже трогает. Вот тут вот фонтан. Парочка все проходит. И здесь вот такая площадь. Зимой я снимал это место. Ну вот тогда все было покрыто снегом тут. Вот отсюда вот возьму ракурс на Джулию. И на этом. Ну это будет ролик конкретно про Джулию. Поэтому я ее вот завершаю.